Т-клетки – это центральные регуляторы иммунного ответа. Основная их функция – контролировать силу и продолжительность иммунной системы. Развитие рецептора антигена Т-клетки стало одним из самых новаторских достижений в терапии рака за последние годы. Речь идет о персонализированном лечении, при котором Т-клетки пациента собирают и перепрограммируют на преследование особых белков, обнаруженных на раковых клетках пациента. Т-клетки, которые распознают какой-то белок, измененный в опухолевых клетках. Очень часто такие белки вызывают иммунный ответ в организме. Все время существует некий баланс между перерождением нормальной клетки в опухолевую и тем, что иммунная система готова справиться с такой проблемой. Рак возникает, когда этот баланс нарушается. В 2017 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первое подобное лечение для молодых пациентов с редким видом рака крови и костного мозга. Но такая терапия является весьма дорогостоящей и чревата серьезными побочными эффектами. Считается, что недавно обнаруженная Т-клетка способна отличать раковые клетки от здоровых, поскольку она фокусируется на молекуле МР1, которая находится на поверхности большого количества раковых клеток. Специалисты провели исследование в лаборатории и выяснили, что Т-клетки уничтожают раковые клетки легких, кожи, крови, толстой кишки, молочной железы, костей, почек и шейки матки. Лилия Баталова, Универньюз.